Суворов, к себе смотри. Угу. Не вертись, Некрасов. Быстро к директору. С вещами. Полюбуйтесь, Александр Степанович, чем занимаются ваши ученики. Они наши общие ученики, Елена Васильевна. Да. Но, Александр Степанович, согласно оформленной директиве... Спасибо за сигнал, Елена Васильевна. Я разберусь. У вас ученики одни там сидят? Можно? Ой, ну надо же, кто пришел. Молодой человек, а вы что, решили за учебу взяться? Мы-то думали, что любимчикам директора занятия посещать не обязательно. Да, между прочим, курсовые все давно уже сдали. У меня тоже хотел. Да вы что? Похвально. Интересно. Ой, а не наш ли это тут директор? О, в каком виде? Сумки отдайте. Ну что вы так? Послушайте, смотрите, сколько тут бутылок воды. Ну, сумки, я сказал, отдайте, случайно попали туда. Тише, что вы так волнуетесь, молодой человек? За чертежи ваши я вам ставлю хорошо, вас это устраивает? А картинки я обязана показать вышестоящему руководству? Да, там же люди тоже живописью интересуются. Рисунки отдайте, я сказал. Там чертежи только должны быть. А если ваш директор считает, что ему все позволено от того, что он был когда-то известным архитектором, то он глубоко ошибается.